spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены катушки от известной французской компании Mitchell. Это линейка MX2FS, где сокращение Free Spool говорит о наличии системы Bait Runner. На данный момент серия состоит из 4 моделей, вес которых находится в пределах от 298 до 472 граммов, а передаточное число равно 4,9 или 5,1 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 4000. MX2FS выполнены в серых тонах с черными элементами. Основное предназначение – оснащение фидерных удилищ и других способов донной ловли. Корпус и ротор изготовлены из графитового материала, который сочетает в себе прочность и легкость одновременно. Внутри установлен механизм планетарного типа с применением деталей из цинкового сплава. Оснащается 4 подшипниками, 3 из них шарикового типа и 1 роликовый. За один полный оборот ручки выматывается от 70 до 93 см лески. Во избежание случайного прокручивания в обратном направлении применяется система мгновенного антиреверса. Основная шпуля изготавливается из алюминия и имеет перфорацию. За счет геометрии бортика достигается максимально дальний заброс. Лесоемкость составляет от 173 метров монофила диаметром 0,25 мм до 250 метров толщиной 0,35 мм. Для крепления лески предусмотрена небольшая пластиковая клипса. Мультидисковый фрикционный тормоз имеет переднее расположение. Максимальные нагрузки на этот узел составляют ровно 5 кг для всех модификаций катушек из серии. Как мы и сказали в начале, данная модель оборудована системой Free Spool, или как более привычно, Bait Runner. В задней части корпуса мы видим клавишу включения-выключения системы и регулятор, помогающий настроить то усилие, при котором рыба после поклевки не заметит сопротивления снасти. Для удобства катушки снабжены рычажком реверса в нижней части корпуса, при переключении которого ручка вращается не только в режиме намотки, но и в обратном направлении. Сама ручка изготовлена из алюминия и оснащена удобным Т-образным прорезиненным кнопом. При хранении или транспортировке мы рекомендуем ее складывать, прижав к корпусу. Для этого необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также можно из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. В комплектацию Mitchell MX2FS входит дополнительная шпуля. По лесоемкости она идентична основной, но выполнена из пластика и имеет немного другой дизайн. Может использоваться в качестве запасной или для намотки лески с другими характеристиками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.